Губернатор Владимир Владимиров опубликовал новые данные по коронавирусу. Еще 88 земляков победили болезнь и выписались из больниц. Меж тем, у 90 ставропольцев за минувший день диагноз подтвердился. Таким образом, за все время общее количество заболевших в крае чуть больше 4000 человек. За последние сутки скончались еще 3 пациента с коронавирусом. Чтобы остановить распространение инфекции, жители региона просят соблюдать все меры предосторожности. Губернатор Владимир Владимиров провел личный прием граждан. В приемной президента России в Ставропольском крае он пообщался с 9 жителями региона. Женщина из Михайловска попросила обустроить дорогу к детскому саду в одном из крупных микрорайонов. Владимиров распорядился выполнить эти работы до 1 сентября. Тренер из Кисловодска предложил расширить поддержку волейбола. Этим видом спорта в крае занимается больше 50 тысяч человек. Предприниматели из Ставрополя пожаловались на проблемы с подъездом и парковкой к магазинам в юго-западном районе, где сейчас идут дорожные работы. Владимиров отметил, что решить эту проблему очень важно. Бизнес нужно поддержать в сегодняшние непростые времена. Все обращения губернатор взял на личный контроль. В сентябре в Ставрополе откроется новый детский сад на 300 мест. Для каждой группы там предусмотрены отдельные раздевалки, игровые комнаты, спальни и санузлы. Все помещения оснащены необходимым набором мебели и оборудования. Половину места дадут под ясли. Работы проходят в рамках национального проекта «Демография». Георгиевске отремонтируют дорогу на улице Калинина. Из-за многолетней эксплуатации она пришла в негодность. Там обновят почти 2 километра полотна. На реконструкцию направили около 70 миллионов рублей краевой субсидии. Ремонт планируют завершить до конца лета. Ставрополье выходит из пандемии коронавируса. Как будем жить в новой реальности, когда отменят все ограничения? И что будет дальше? Об этом на прямой линии поговорим с губернатором Владимиром Владимировым уже в этот четверг, 18 июня. Это совместный проект главных СМИ региона, своего ТВ, интернет-портала «Победа», газеты «Ставропольская правда» и издательского дома «Периодика Ставрополья». Задайте свои вопросы по телефонам в прямом эфире. Если удобнее писать, номер WhatsApp 8-928-350-80-70. Итак, прямая линия губернатора Владимира Владимирова. Сегодня в 18:00. Включайте свое ТВ или ОТР.